Привет из Японии, с вами Наташа, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы пришли в небольшой ресторанчик японский. Будем кушать собу. Очень известный ресторан. Сегодня воскресенье, еще 12 часов дня, но уже здесь полно народу, приходится ждать. Ну что, пройдем внутрь, подождем внутри. Вот в каждом ресторане японском всегда выдают обязательно чай бесплатный. Меню все на японском, к сожалению. Но можно выбирать иногда, если есть картиночки, по картинкам. Так, я выбрала сегодня нихачи сейро соба. Сейчас мы заказали, вот ждем, когда принесут. Ресторан полный. С утра уже здесь куча народу. Еле прорвались. Ждем. Вкусненько. Наконец-то мы дождались заказа. Народу много, поэтому пришлось подождать. Палочки. Я заказала просто соба. Тут мы видим, что это у нас. Такиноку. Побег бамбука. Соба. Так, и вот здесь, я так понимаю, васаби. Лук, маленький тофу. Ну что, теперь будем есть. Очень вкусно. А японцы, кстати, вдувают в себя особо, но я так не могу. Сейчас Рима продемонстрирует, как едят собу японцы. Ну давай. Вот со звуком. Говорят, когда втягиваешь что-то со звуком, надо есть очень-очень горячее. Умай. Чем громче, тем лучше, тем вкуснее, говорят. Так. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.